спорту. Завтра в Тирасполе пройдет турнир по кикбоксингу. Его посвятят Дню милиции. Место – школа борьбы и бокса на городском стадионе. Еще больше новостей в нашем дайджесте. Приднестровец Дмитрий Шуляк стал чемпионом Молдавии по тхэквондо. Турнир в Кишиневе собрал более 350 спортсменов. Эта победа дала путевку на чемпионат мира. Он пройдет в октябре следующего года в Китае. Амалига прошла свой экватор. Накануне «Авангард ТВ ПМР» играл против «Лаэп Ураша». Телевизионщики уступили 2-3. За команду первого Приднестровского забивали Дмитрий Попович и Евгений Боровский. Жалко, что проиграли, потому что играли хорошо. Просто жалко, что это хорошо очков, к сожалению, не приносит. А так особо вопросов нет по самоотдаче, по игре, по созданным моментам. Ну, к сожалению, где-то не получилось реализовать то, что у нас было. Звучит банально, но если пересмотреть игру, я думаю, такое впечатление сложится, потому что «Авангард» должен был забивать больше, а соперник, я думаю, меньше. Я считаю, что не в обиду сопернику, очень сильный соперник. Но я считаю, мое мнение, что там второй, третий гол вообще не обязательны. Концентрация должна быть с первых минут, а не при счете 2-0. Опять же, со стороны там самоотдачи никаких претензий к ребятам не может быть. Выкладываемся, но сами себя загнали в угол, и это уже не первая игра. То есть ребята давали играть, соперники давали играть. 14 октября «Авангард» в Амалиге сыграет перенесенный матч с «Клик Медиа». Старт матча в 19:30 на арене «Лайзвор». Суперлига Молдавии. В эту субботу «Шериф» сыграет последний домашний матч в этом году. Соперники – «Флорешты». Стартовый свисток прозвучит на главной арене в 15:00. А до этого уже по традиции разогрев для фанатов с фан-зоной и фудкортами. Сегодня молодежка «Шерифа» сыграла в ничью с «Оксаном» в Лиге 1. За желто-черных забил Николай Спотар. В Лиге 1 «Шериф-2» идет на первом месте. У них 33 очка.